Депутаты Тверской городской думы на очередном заседании обсудили дела нынешние и подвели итоги работы в 2020 году, который, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, оказался для народных избранников весьма плодотворным. Какие задачи удалось решить в прошлом году и какие вопросы были рассмотрены на повестке дня на очередном 80-м заседании, расскажем в следующем сюжете. На 80-м заседании Тверской городской думы на повестке дня было 8 тем. Это имущественные вопросы, молодежная палата, отчет о работе думы за 2020 год. Ключевой вопрос – внесение изменений в городской бюджет. Муниципалитет получит дополнительные деньги, в том числе за счет налоговых сборов. Они будут направлены на социальную сферу, на ремонт загородных лагерей и организацию отдыха детей. В этом году двери распахнут 8 оздоровительных учреждений, которые теперь можно заполнить на 75%. А тверские школы получат более 6,5 миллионов рублей на ремонт и переоборудование. Продолжится ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Еще один важный вопрос был на повестке дня – передача из муниципальной собственности в государственную двух земельных участков в Заволжском районе Твери на улице Левобережная. Эта территория предназначена для организации зоны отдыха. Проходил прием населения. Губернатор встречался с молодым человеком, который предложил эту территорию преобразить, сделать там нормально, значит, атмосферу, чтобы можно было проводить время, гулять, заниматься спортом. Также народные избранники подвели итоги за прошлый 2020 год, который выдался непростым из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Несмотря на это, работа продолжалась в активном режиме. Председатель городской думы отчитался о проделанной работе. Депутатам неоднократно приходилось вносить изменения в главный финансовый документ. Большая часть из них касалась получения дополнительных средств из вышестоящих бюджетов. Еще одна важная сфера, где шла активная работа – это предпринимательство. Необходимо было оказать поддержку коммерсантам. Были снижены налоги и плата за аренду муниципального имущества. Старались идти навстречу предпринимателям, чтобы они легче пережили вот эти тяжелые времена, особенно первая половина года, когда у нас, в принципе, было все общественные мероприятия закрыты, общепит был закрыт. Также из решений можно отметить то, что мы, во-первых, мы город строит, вводит школы, строит школы. И вот эти вот все передвижки, которые связаны с изменением бюджета, они, конечно, были связаны с улучшением в основном социальной сферы. В прошлом году народные избранники провели более 20 заседаний, приняли 333 решения по вопросам социальной, бюджетной и налоговой политики, муниципальной собственности, местного самоуправления, развития городской инфраструктуры, экономики и предпринимательства.